там у тебя прицел был дерево перед стволом. Блин. Пусть советская мощь не может протаранить панцирай. Может, он не хочет. А-а, он не может. Ну сейчас, смотри. Да блять, ну шарк заебал. Ну что, спазной через ВЛД? Вань, надо сюда двигаться. Ну подожди. Я понял. Я обстреливаю зону пометки. Давай. О, штурм едет. В маске пиво никакого эффекта. Блин. Авиация? Их авиация. Понятно, если... Я думал, что... Дельфин летает. Сушка налево летит. У них не будет авиации. Пошло, блин, дерево. Сарай проглотил попс. Да чё вы ползете? Вань, ты где играешь? Меня звук обходит. Так, я разворачиваю ПВО. Да, неожиданно получилось. Я думаю, дельфина ты переиграешь, но... А, не факт. У НАТО арта так себе. В смысле, ПВОшно. Ну, не знаю. На резинке нормально. Надо, чтобы ты этот полмит занял. Ну, конечно, сука, ты мне шот выдаешь на максимальной дистанции, еще и сходу, блять. Давай, надо его продавливать будет. Так, сейчас посмотрим, что мне доступно. Ладно, это... Черпак этот возьму за 80, там пехота. Штурмовик, что ли? Походу. Да, штурмовик был. Понял. Но я еще не развернул ПВО. Слушай, у меня все ракеты в деревья ушли, мне негде его развернуть. И штурмс у меня, можешь по... Я дап. А, ну он по своим же попал, там пустота. Так, там уже ВВшник. Да как меня заебал этот уже шаг, блядь, с влагом. Так, ПВО развернуто. Отлично. Ой, да иди ты нахуй со своим деревом, чмо ты, блядь, погано. Жалко, это, сука, подобие человека. Так, мне пока без пехоты не пойду в бой, пока я не буду уверен. Так, а где мое говно-то с этим? Watch out! Ай! Ребята, мы очень сильно проседаем. Надо левый. У меня сушка. А у тебя кто, Бизон или кто? Либо рабу? Или оба? Вань, ты сейчас где действуй? Сколько очков? У нас проблемы. Ты не слышишь тебя. Народ, я сбил 125. Отлично. Но у нас проезд на центре. Ваня, сколько у тебя очков? 170. А ты где играешь? На центре? На левом. Надо на центр помощь сейчас. Помоги Раулю, я попробую дельку тут подавить. И Тимош, если можешь, отработай, пожалуйста. Вот эта штука очень... Я не могу, у меня проезд пока. Понял. Проезд идет. Прикольно. Так, проезд. Ирман, окей. Let's continue. У нас, кстати, в талах точка одна неспочна, прям на краю. Да, захвати. Ребят, очень много трассера. Да ладно. Так, где мой радар, кстати? А, вот он. Оттуда что-то полетело. Так, штурм я не убил. Вот черт. Давай, сейчас. Помогай мне. Блин, привод пушки поломал, как знал. Штурм выбил. Отлично, БТР тебя выбивай. Ты там есть. Ну сейчас, ладно.
Че, пацаны, контузия повизили боксом в стэшке, да? Нормально, нормально, действуем. Ну конечно ты меня, сука, попадешь сквозь дымок куровом, блять. Ну кто ж, сука, сомневался? Кто за самолет там? Штурмовик. Нет, уже ВВшник у них там. Танк едет, вводи боксер. Я достреляю эту пеху. Стреляю. Чего, блядь? Ладно, стреляю. Ой, я опять. Ты, ты каждый день так говоришь. Да, блядь, раскрытый дымы. Не можешь, идет на меня. Летит как угодно и при этом попадает в танк и шотает его. Ну да, дымы не панацея, не забывай. Нет. Понимаешь, ты на дымы надеешься так, как будет этот. Блядь, так это сказать. Блин, он мне танк попал. Она и дымус попала все равно в меня. Ну, блять, вот с этим везением он мне сейчас весь фланг будет раз. Беги! 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 Да, беги, беги. Где мне встать так, чтобы не бегать? Можно помочь с одним танком, блять? Это не банок меня выдержал, ты вот так было. Респект, если только, да. Вань, давай, по-моему, у тебя танк есть вообще? Ну чё, боксом не пробиваем? Давай, на гуслях я ему попробую пушку сломать. Я боксом его борт не пробил, всё, я у него, у него пушка сломана, бей его теперь. Ничего у меня не сломано. Мне второй камень не есть, блядь. Помощь рулит в центре. Чё будет, больше? Ну что не так-то, что? Борт-тешки пробиваются отлично. Не пробивается. Видео доказательства, пожалуйста, мне после игры, ладно? Хорошо. Хорошо. Следующий раз буду записывать. Можно, Артем, можешь мне помочь? Где, где? Справа. Вон там, там, да, там пехота в поле, блядь. Давай, сука, вот как ты чмо, блядь, поганое быстро. Да, через минуту будет град. Давай я и град тебе долбану. Ну типа, блядь, просто посмотри на мой фланг и... Надо заминировать его фланг, чтобы Луда пошел на центр помогать. Сначала стоять боекомплект с фугас. Тоже два пробития, ноль урона. Ребят, есть машина снабжения у кого-то? Как ноль урона? Он горит здесь. Он не горит нифига, это так он, просто. Он вообще стреляет? Серег, потом сюда стреляет. Можешь дать? Ну, где? Я не вижу. Слева. Вот теперь не стреляет. Ну так, блин. Он сразу перестал стрелять. Значит, он после третьего перестал стрелять. Да, там ПТРК. Понял. Так, град идет на правый фланг. Готовимся. Ты же где же у них ударник-то? Должен быть уже. Так, это я себе. Ага, Санчес, держи метку, я сейчас подойду. Давай, там, там и пеха как раз таки еще у него. Я тебя понял. Работаю. Танк я выбил? Так, этот выбил, да. У меня немножко снарядов есть. Я его окапываю сейчас. Лучше по бетеру кинь. Вот бетер я, мне нечего, у меня бронебоек нет. Я тебя понял, что это будет. А, бетер сваливает. Где-то у него еще кто? А, здесь походу. Вот, да, вот туда я долбану, давай. О! И танк едет, танк едет, осторожно. Танк едет немножко правее. Всё, давай, я отхожу. Ларс на правый фланг, готов. Атакую наступающую пехоту. Так, я пустой. Сейчас будет. Ой, да, так, первый залп пошел. Второй куда? Куда, скажи? Левее? Понял. Ваня, попробую тебе помочь.
Так, что у нас с Артур? Артур работает. Там какая-то ерунда. Да, летит, летит беспилотник. Сейчас мы его обнаружим и уничтожим. Блин. Вон. Вот он что-то поврежден попаданием в борт. А что не понятно? Сейчас я тебе попробую помочь. Если мне слева от Димки ничего. Кто-то долбит уже по нему. О, вон он. А, беспилотник у нас. А сейчас по нему уже пошла ракета. Все, моя. Сейчас второй танк выбьем. Наглее, конечно. Выбей, выбей. Я пока по пехотке побью. Так, я не попал. Через 2.5 минуты будет тот самый. Слышь? ЗАЖ. Шаг. Все, минус. Вань, отлично. Давай, нужна какая-то БМПшка или что-то. О, прорыв прилетел. Куда? Да, по моей шубе. Понял. Сейчас меня будут выбивать, значит. Вань, возьми машину снабжения. Кому? Мне? Конечно. Блин, по мне Птуэр уже летит. Откуда он? Блин, привод пушки. От... Птуэр отсюда, метис. Я еще залагал. Можешь туда долбануть? Блин. Тимош, летит к тебе. Уходи. У меня снарядов нет, я не могу тебе помочь. Я уже не уйду. Так, он взял ударник, значит, надо его контрить будет. Я да, перехожу на работу против ударника. Арты пока нет, то перезаряжается. А я залагал, я не могу отлагать. Прикиньте, Птор взлетел и все. А Метис выбит? Вот этот? Ну я по нему 2 фугаса. Не, дал. Вот этот. Хз. Потому и не стрелял. Там у Димки фигня, она светит. Скорее всего, да, она светит. Так, на правом фланге у Блуды проблемы. Но я жду минирования. Внимание! Чекам. Кабовоз. О, там 2 каба. Пока, Санчес. О, ты живы, ты живешь. А чё я буду, чё я этот? Ну мне только броню скинул. Ты понимаешь, у меня танк залагал, всё. Я не могу ехать, ты видишь, он трясется, я его не чинить, ничего. Наполовину перезарядился Ларс минирования, сейчас заминирую правый фланг. Второй заход делает. Кабовозом не помогу, конечно, он далеко и вообще тут страшновато. Оп. Он пошел на ваш... Мистраль, вот это была ошибка. Мне пулемет сломал. Мистер Тюфал. Disabled, because they have a strike. Okay. What did you see? Блин, ребят, я без танка. Там трёшка. I'm turning on at the radar. No, it's fine. I'm just asking. Sorry. БЗАЖ через минуту будет, наверное, тоже на левой. Нет, на правой надо уже, да? На правой. На правой. На правом подминирование скоро будет. Блин, у меня БХ третья. Нужна помощь танкам, Рауль спрашивает. Да, ну, нужна. Да. Рауль, need a help. It's standing back to you, so. But be careful, there is a TGM here. I will destroy it very soon. Okay. Thank you. Also, I got T-72. Get your fucking lads over there! Да, блин, он мне такого чувака убил. Так, значит, ты пока там один держишься, да? Нет, не держусь. Если она так продолжит дальше работать... Как? Ну как, выбивать мне пехоту, как? Трёшки, блин. Вон трёшка. Я тебя понял. Правей бережок. А, чёрт!
этот самый. И выбили. Что же они так? Так, Блуда, ты держишься там? Если я тебя заминирую сейчас. Так, я ему выбил, но я не уверен, что я его поломал. Мне тройка, конечно, мешает. Ну, я понимаю, что ты сейчас... ничего не можешь делать. Я понимаю, что ты не можешь нам помочь, но... Так, я... Вань, ты машину вызвал в Сабжене? Да, она стоит. Все, я понял. Я тогда буду разрывать тройку с помощью ее. Я не знаю, где мы так просили, ребята. Я не верю, что слева. Ибо они, по сути, там на своей территории, мы даже больше. Надо... центр. На центре уже двое. Так, ладно, работаем теперь по легкой технике на левом фланге. БМП-3 надо забирать. Да, да, да. Я сейчас буду работать по ним. Так, Вань, прикроешь этот проект? Я попробую взять экзактор, чтобы как-то это можно было контролировать. Трёшка вынесена. Прямое попадание кумуля, двушка дальше поехала. Да, там она поехала. Ладно, сейчас все снесем. Люблю 1000 миллиметров по броне. Да, дай тоже фугасик. И БТР заберешь, и радар выбьешь. Чуть левее возьми. Серег, слышишь, да? Я слышал, я должен менять позиции, не перебивать. Я понимаю, да. Меняй. Вот сюда куда-то кидай, там радар. Я думаю, вряд ли он перейдет. Блин, все, мне выбил сейчас самоходку. Ну, он сразу видит все. Хреново, успеет. А, он... а, есть, ха-ха-ха. Я закрыл самоходку радаром. Отлично. Но это ненадолго. Надо шилку поставить, я возьму следующим заходом, как этот возьму. Ну, поставьте, конечно, потому что меня выносит. Я тоже поставлю. Че я не теми снарядами то стреляю? Ребят, я должен на правый фланг уехать. Давай. Потому что там вообще трендец. Там все. Фланг трендец. Где? Да не, это я сам. Я надеюсь, у меня башня хотя бы крутится, работает. Так, я сейчас кормлю. Там... А слушай, я с ней ничего не делаю, у меня обзоров нет, а я там тупо. Сейчас экзактор возьму, буду контрить. У него 3 ракеты только было. Так, я взял экзактор. Правый флаг у вас есть ПВО? Нету. Надо шли. Проигрываем 600 очков. Димаш, следующие 80 будут на шилках. Да, а, ты уже взял. Ну я тоже возьму еще одну, сюда куда-нибудь поставлю. Давай. Как все долго едет, поем, они уже успеют выиграть. Ага. Блин, я не знаю, так как расклад сил по. Вань, может пойдешь к Блуде направо? Вань, давай к Блуде пойдешь. Ну давай, пойдем направо.
Потому что, ну, продвижения нету, как бы, то, что ты есть слева, то, что ты нет, как бы, но Димки там особо-то и нет. А вот слева надо. И, короче, yes. Смотри, вот через это поле атакуй, через это поле. Да, помогай танками, в основном танками. Блуда, ты за счет пехоты держись, то есть продвигайся пехотой. Нужно это, сбить не. Бабла. Да, конечно, бивай, он же светится. Сейчас танком нацелись. У меня шилка едет. Я про право говорю. Пока нечем. У меня шилка едет, бэпл сбивать. А, ребят, вам танк поехал. Я роллд поставлю. Там пехи куча ползет, конечно. И Ларс будет через полторы минуты. Да, его надо будет сюда кидать. Так, мы заминируем теперь центр. Какая боль, какая боль. Самолет право. Пронесет до тебя, а эффекта ноль. Пока не едет ролл. Ну, привет, пехота противникам, да? Была сбит. Да какого хрена ты назад-то едешь? Так, что там происходит-то вообще? Да, взрывается все, я не могу проехать к этому самому. Я попробую это там сейчас попробовать. Так. Можно бэку трейдить? Ага. Так, чего такое, блуда? Бэку трейдить. А, все, пехоту косит. Понял, я сейчас подъеду. Сейчас я еду артой уже. Мне башню снесли. Значит, там проезд на аэродром невозможен? Не уверен. Ну ладно, ладно. Нет, так нет. Но я сейчас возьму, у меня будет боксер даст. Не, я Айкс возьму. Если... Так, сейчас, ребят, я только освобожу свой этот самый. Ну вот тут у них просто поработать. Да-да-да, сейчас. Сейчас я поработаю. Надо срочно, срочно право бегать. Ой. Нет, не мимо все. Ладно, сейчас. Я его выбил уже. Понятно, я займусь вторым танком. Там станковка также. Станковку я пока не вижу, а вот танк надо бить. Пока он активен. У меня есть танковая. На нет, хватит, вот слева точки тоже никак. Да, сейчас, ну я налево не могу помочь, я, да, я понимаю. Либо там, либо там. Два танка атакуют, но правый может на мины напороться. А, мне выбили этот, я понял. Там мины везде. Да, он мне шот сходу. То есть немец сходу не попадает, а какая-то ебаная 80-ка сходу на максимальную дистанцию шот выдает. Такой, да, советская мощь, совет пауэр. Ну-ну. Хорошо, давай я им сейчас тоже туда накидаю. Чтобы они не ездили. Не, просто это наблюдать, это пиздец какой-то. О! Эх! Кто, барабум? Чё барабум? Чё-то так, ребят, сколько нам надо? Три точки. Авиация право пролет. Да, работаю по ней. Сберем. Ну там. А, кстати, нет, смотри-ка. Первым-то не сбили. Нахуй, блядь. Чему поганый? Ладно. Танк в тылу, там у него две штуки.
движок сломан. Так, теперь нужно на центре поработать. Ларс, минирование почти готов на левом фланге. Сейчас заминирую левый фланг. Давай, здесь заминирую, или даже дальше. Дальше даже минирую, чтобы он там сложнее был. На центр колбанем обычным градом, а потом будем доминировать право. Рауль, very soon you will have fragmentary grab. А еще можешь туда кинуть. Нет, у меня мины только. Я понял. Еще вы... А, ну это у них. Мы сейчас... Ну если он вылетит, все равно они, ребят... 6-9 точек держит. 2 точки, да. То есть, вроде по мини-карте неплохо, но продвижения у нас нет. Ребят, кто на общих? Паузу ставь. А, на общих тогда, наверное, Рауль. Секунду, не, погодите. Дельфин у них на поддержке играет, да. Так? Значит, я тоже на поддержке. Да, ты тогда на общих. Тебе... Что у тебя остается, то и этот. У меня сейчас нормально. 2 града и позади. Да, и позади. Давай ты тогда, да. Ну че он такой аутист-то, ё-моё. Так, ну я как бы... Я играю тем, да, что что ты хочешь. Да? Так, он поехал. Нет, осторожно, на центре прорываются. Да, yeah, I get it. Ага. Так, ну чё? Дальше, давай, минируй. Я БТР выбью. Да ты не там минируешь, ну ладно. Ты очень ты близко берешь, понимаешь, они смогут. Yeah, oh, надо их там. Planting mines. У тебя полные пакеты, да? Рауль, I will assist you by grab. Right now. Thank you. No, it was just that your SPA could have with your Gephardt. And then my SPA. No, I mean your Gephardt was under attack. Можно вот этот кабан сломать? Пока нельзя. А, ну я бах. Скоро я перебазируюсь в ПЗШ и. Там можно будет. Ребят, нам надо гору занимать. Они ее держат. И барабум еще сюда перебазировался. Так, переработаем. Блин, тут... Ну да, тут опять едут. А, он на мину наехал. Отлично, на Тимош, один уже есть на мине, есть. Ладно, я перевозил сюда. Я могу с этим танком помочь, ребят. Надо отхватывать быстрее, у них уже меньше точек. Меньше? Когда меньше? Ну, да. Было 36-35, ребят, надо две. Надо сюда, надо гору вычищать. Нет, не получится ничего. Слушай, я остаюсь на центре, когда нужен центр. Давай, я попробую работать. Танк выбить. Оно повреждено. Двигаться не может. Сейчас. Если его Тимош может выбить, а вот танк. Армата. О, есть. Армата. А у меня очков вообще на танке нет. А они тебе не нужны, у меня спайк. Хватило до нас. А он по минам прям, красавец. Конечно. Сейчас добью его. Ему все равно, судя по всему. Рауль не стоит. Нет. О, нет, ему не все равно. Сейчас? До конца, но. Он живее всех живых. Ну, он передумал, по крайней мере. Все. Блин, у меня Димка под носом. Вот горой. Корнет минус. Сейчас накидаю на танк еще этих самых. Да-да-да, бей по этому штуке, а я по другому танку. Ой, Димка здесь. Выбил его.
Так, блин, ну, мне так... пехоту выбили, ребят, я не обратил внимания, мне пехоту выбили, надо занимать их. Где моя машина? Едет. У них опять 37 точек, ребят, надо давить. Да, мы уже, видимо, не продавим. 80-ка этой могу, наверное, помочь. Yes, I'm taking it. Ну, я не знаю, как 1000 миллиметров ни хрена не делают. Ну, что вы хотите? Вон там даже отлетели экраны. Я все видел. Экраны-то отлетели, да, но я понять не могу, как я... Вроде под углом ему убил. Как ему, блядь, даже трак не сняло? Сняло? Нет. А, другой сняло. Другой сняло, хотя попали в этот. Нет, я другой, значит, видимо, раньше был снят, поэтому он и стоит. Сейчас я ему кассетку... Блин, ну у него здесь этот... А Димка здесь занял все. Я не успеваю. Контроль. А, ну конечно, у меня тут все повыбито. Он опять восстанавливает. Ребят, вам надо через справа давить. Обязательно. Я могу вам помочь. Через справа? Ты что? Скорее всего нет. Я думаю, где моя машинка или нет? А не, ребят, это Габелла полностью. Я не знаю, почему мы не смогли. Ну вон они здесь сидят, их отсюда выбивать надо. Я долблю. Они гору взяли, а за счет этого они сидят. А, нормально, у меня ракета взорвалась просто из ничего. Да у меня уже все. Так, Блуда, может я боксером смогу помочь здесь? Забей, здесь уже ничего не понимаю. Ну а где нам продвигаться-то? А давайте налево надавим, там нет, один Дима, но у него ПТР. Надо... больше 10 точек, нам надо, блядь, просто по всем полю. Ребят, давайте налево, ё-моё, удар, быстро, пока какой есть. Какой налево? 10 точек слева, серьезно? Я могу заминировать только центр. Да тут уже, блин. Или долбануть по правому флангу Ларса. Ну блин, надо пробовать. Где ты сейчас за такое время заберешь 10 точек? Деток. Блин, забирает. Есть возможность. Давайте я вызываю пехоту. Пехота едет. Ребят, здесь еще там. Максимально пехота. Вань, зачисти здесь. А, да, да. Выбил. Ему конец. Или нет? Нифига ему не конец. Смотри, он сейчас шаг сделает и подорвется. Вперед. Он не сделает. Он на гусле. Эх. Нет, он не на гусле. Он на гусле. У него двигатель сломан. Ну, либо трансмиссия. Я его пробил, но... Пехота и все вперед, если возможно.
Больше, какой? Больше никак. Прям всей сразу. Нет, чем. Ладно, хотя бы сгорело. Не знаю, что-то мы плохо сыграли вообще, ребята, подготовились. Ой, да иди в пизду, блядь. Чмо, ты жалко. О, кстати, мы сократили разрыв. Теперь 5 точек. Ой. Угу, только вот эта вот парочка бы всё снесло мне, нахуй. Ай. Так. Ну, еще.